Луковицы тюльпана бахромчатого Fringe Beauty станут одними из самых интересных цветов, которые радуют своей красотой в весенние месяцы. Лепестки данного сорта украшают мелкие густые иголочки. Основной оттенок цветка – ярко-красный, края лепестков украшает тонкая золотистая бахрома. Высоту цветонос достигает 50 см. При попадании на цветок солнечных лучей он распускается буквально на глазах, а после захода солнца снова смыкает свои лепестки. С помощью Fringe Beauty можно без труда создать эффектную клумбу из весенних цветов. Тюльпан бахромчатый Fringe Beauty – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Тюльпан прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола тюльпан бахромчатый Fringe Beauty можно отнести к группе «обыкновенные». Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. Расцветает тюльпан бахромчатый Fringe Beauty в месяц май-апрель. Лист этого прекрасного растения по форме линейный. Обратите внимание, что тюльпан бахромчатый Fringe Beauty – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.